Традиционная вьетнамская вышивка по шелку – явление уникальное. Шелковая фабрика в Далате была открыта не так давно, в середине 90-х прошлого века, однако уже завоевала популярность не только среди туристов, но и среди местных жителей. Это не фабрика, а скорее всего музей, в котором собраны исключительные в своем роде произведения искусства. Мастерская выращивает кадры по принципу одной большой семьи. Обучением мастеров сначала занимается сам основатель, а потом более опытные мастера обучают новеньких. Попасть сюда может далеко не каждая девушка. Берут на фабрику представительниц из хороших семей, которые, ко всему прочему, обладают незаурядными внешними данными и должны быть хорошо воспитаны. Девушки, которые занимаются вышиванием, мало того, что долго учатся, они также изучают искусство формы, цвета, этикет, литературу и даже медитацию. Профессия шелковой вышивальщицы очень почетна, хорошо оплачивается и позволяет уйти на пенсию в 30 лет. Вышивальщицы становятся самыми завидными и желанными невестами страны. Но шелковые нити не сразу используют в работе. Сюжеты для картин придумывают художники, в основном мужчины. Сначала картину рисуют простым карандашом, после прикладывают кальку и обрисовывают основные контуры. Далее кальку кладут на ткань и по контуру прокалывают иглой, а получившиеся дырочки засыпают мелом, и только после этого начинается вышивание. Все цвета картин, за исключением портретов, вышивальщицы придумывают сами. На шелковой фабрике в Далате есть три основных направления. Картины гладью, где смешиваются традиционный и современный стиль, двусторонние картины и портреты. Почти все картины обладают эффектом трехмерности изображения. Зачастую одно полотно создают несколько вышивальщиц в группах по 4-6 человек по нескольку месяцев. На полотнах вьетнамских вышивальщиц вы увидите темы смерти, надежды, жизни, любви. Глядя на созданные полотна, понимаешь, что мастерица вкладывала душу в их создание. Настолько живы представлены на картинах образы. На шелковой фабрике перед началом работы девушки произносят молитву, которая, как они верят, помогает им создавать произведения искусства. Творения вышивальщиц поражают почти фотографической точностью, огромным количеством деталей, необычными сюжетами. Мастера могут перенести на шелк фотографию человека. Именно портреты людей, удивляющие поразительной схожестью с оригиналами или фотографией, ценятся выше всего. Фабрика шелка знаменита на весь мир своими вышитыми портретами. На фабрике существует специальная церемония похорон игл, когда иглы тупятся или ломаются. Благодаря структуре шелковой нити цветовая палитра составляет более 1500 оттенков. А многократное наложение разных слоев нити способствует такой высокой реалистичности каждой картины, что даже не сразу понятно, что
что она сделана из шелка, а не нарисована художником на холсте. К тому же, благодаря особым свойствам шелковых нитей, такие картины не выгорают и цвета не теряют своей насыщенности. Картины будут радовать людей на протяжении долгих лет. Мастерская – это одна дружная семья. Когда приходит чье-то время и мастер умирает, в мастерской создают специальный уголок с работами умершего, напоминающий о его творчестве. На шелковой фабрике есть внутренний дворик. Он спроектирован по всем правилам фэн-шуй. Из каждого окна взору открывается красивый вид. Чувство гармонии с самим собой и миром необходимо для искусственного вышивания. При желании тут можно пообедать или выпить кофе. Шелковая фабрика – это возможность не только увидеть красивые картины и изделия из шелка, но и купить понравившиеся. В Нечанге тоже есть фабрика шелковых картин, но с фабрикой в Далате ее не сравнишь. Шелковая фабрика в Далате нам очень понравилась. Всем рекомендуем ее посетить.